Всем привет, ребята, с вами Миша Хакер, и сегодня я буду снимать, как это называется, простите, просто забыл, просто я еще заболел, опять, не опять, а снова, как говорится, ну, конечно, хотелось бы не болеть, но я, как всегда, заболел, лихорадки. Короче, вот, сегодня я буду снимать, засмеялся, ем рыбий корм, вот вы не верите, что это рыбий корм, вот он, вот. Тогда я вам докажу, что это моя рыбка это ест. Вот. Сейчас я вам покажу ее, где. А ну-ка, Петя, улыбнись, Петя. Где тут Петя у нас? Вот он, мой Петя. Я не знаю, видите его, нет? Петь, поздоровайся, это мои подписчики. Тут вот они где-то. Не знаю, короче, если видели, то видели. Он его ест, потому что если бы он его не ел, тогда бы его нечем было кормить. Так, вот, ребят, камера снимает. Да. Вот, короче, вот, давайте, короче, уже приступим. Потому что у меня больше ничего такого нету. Про что снимать. Ну, точнее, что есть-то. Все, давайте, ребят, вот так будем сниматься. А, ну, кстати, прикольно, но бомж-инжин. А, давайте вот это сначала. Поднимите себе настроение. С ароматами кокосовой воды. Я просто за интернет сон заплатил. Не знаю, нормально будет. Ароматерапия плюс. Все, давайте. Надеюсь, меня слышно. Я пропустил, что там было? А, ладно. Я люблю Майнкрафт. Ну ладно, продолжу рыться в помойке, как будто я сыщик на спецзадании. Ух ты, горшочек для цветов! Наконец-то! Прошли те времена, когда мне приходилось ссать штаны. Кто не смеет ссать мой дом? Блин? Гости должны прийти через час, а у тебя дома много мусора? А если быть точнее, у тебя вообще нет дома и ты живешь на помойке? Не волнуйся, я тебе помогу! Я дарю тебе пианино! Когда придут гости, можешь прикинуться разорившимся музыкантом. Не, погоди, если ты джин, ты должен исполнить три моих желания. Погоди, дай угадаю. Бутылка водки, вторая бутылка водки и... Еще одна бутылка водки. Нет, хочу жить как среднестатистический россиянин. Готово. Но ничего ж не изменилось. Как это ничего? У тебя теперь чайник есть, а еще у тебя 7 кредитов, жена стерва и дети дебилы. Сижу и слезы лью, сижу и слезы лью, а лежа вовсе в них тону, и крыша моя верная покинула приют, и жареный петух все сзади норовит поднуть. Ой, мама, мама, купи мне покемона, мама, я хочу Пикачу. Какого дьявола ты здесь живешь? А, все, что ли? Так, ладно. О, кстати, давайте... Ух ты. Так, давайте вот посмотрим. Вообще неинтересно, вообще даже смешно, ничего не было. Там и такое. капает с неба, и думок и косок тебе, где бы я не был, для остальных я занят. О, это похож на этого, как он. Дайте тебе. А, Кент. Надеюсь, меня слышно вообще. Это не читалось, я вот так не спрашивался. Мстители, собирайтесь, будем сражаться. На нас напали русские. Простите, но без меня я не буду сражаться с русскими. Их не смогли одолеть ни Гитлер, ни Наполеон. Думаете, мы их одолеем?
Прибавьте самооценку. Когда русские нас увидят, они просто сами свалят. Это вряд ли. У них психика расшатана машинами АвтоВАЗа и российскими комедиями. Ничего не напугать. Но мы же люди со сверхспособностями. А они что, нет? А вот хрен вам. После одной рюмки водки каждый русский превратится в сверхчеловека. А у нас еще имеется сверхтехнология. Они изоленты. Способны построить ядерный реактор. Тогда скажи, что нам делать? Там не армия, а всего лишь группа пьяных русских. Так что просто переждем, отрезвеют и сами уйдут. Пьяные русские — это самые страшные существа. Такие же пьяные туристы и оккупировали Турцию. Их не остановишь ни камнями бесконечности, ни криптонитом. Они ведь родились в аду. Под названием Россия. Что? Так что решайте, что будете делать. Пойду-ка я лучше «Игру престолов» посмотрю. Офигенная идея. Сука, лучше ответа и быть не может. Грейфер, наверное. Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье. А, говоришь, ко мне лезь, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я сам трахну, ублюдок. Ну, блин, такая фигня полная, я вообще не могу, а. Я имею в виду, что я потеряю, это фигня полная. Ничего интересного нет, вообще фигня какая-то полная. Вообще, кстати, я вот это зацепил, смотрел. Мама, что, ну... Фигня какая-то, минная, лол. Ну, я не знаю, на... я на туртой... Ой, ладно, давайте вот это. Блин, да вот бесит меня эта фраза. Ну ты же девочка. И что мне теперь, одуванчиками срать? Видео уже идет 7 минут. Почему такая мы фигня? Расстаемся? Потому что ты мне надоела. Ну я же тебе вещи стираю. Да, но ты готовишь одно и то же. Макароны, утром макароны, вечером макароны, постоянно макароны. Одни макароны, макароны, у неё макароны, макароны, 365. Пожалуйста, не уходи от меня. Мне эта жизнь без тебя не нужна. Не оставляй меня. Тут даже не открыл. А, это про, походу, слева или справа. Я горячий мексиканец. Ну, как сходи со мной на танец, а не то я всю твою нахуй вырежу семью. В облаках вчера летал, из огня людей спасал. Ездил я на крокодиле, мой знакомый. Это на крокодиле. Я горячий мексиканец, выходи со мной что на танец, лагало. А не то я всю твою нахуй вырежу семью. Командир воздушного судна Смеш Эйрлайн, докладываю, мы падаем, диспетчер, алло, диспетчер, мы падаем. Больше сюда не пиши, от тебя, говной воняет даже, отсюда, телефона чувствую. Чувак, что это? Вот это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это, вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. Вот это. Что это такое? Я не могу, реально, что было. Короче, я не понял, либо это собака бегала за этим монстром, либо монстр от собак. Это, в смысле, нет отключения. Чего вы несете? Ладно, вот, беру корм. Давайте даже больше сделаю. Но максимально! Берем этот корм и высыпаем мне на руку. Ну, сок, наверное, вам достаточно. Петь, ты не злись, ладно, уже тебя кормил. Вот столько нормально. Ё-моё. Ну, это как бы рыба. Так.
Черт. Нам дать да смотреть. Ну честно, фигня. Вот, пожалуйста, пишите в комментариях, что мне такого еще. Тоже не знаю. Ой, как же это скучно, ребят. Так, ладно. Давайте в мини-лол зайдем, что ли. Мини-дура какой-то. Как же это скучно. А, кстати, давайте посмотрим, что здесь Дина нас смешнее. Даже. Перед началом хочу напомнить о канале Беридон, который тоже снимает прикольные машины. Начиная от коротких приколов до целых фильмов. Как всегда, интересный сюжет и хороший юмор. Война мобов и новый сериал про королевскую битву. Поддержите его лайком и подпиской. Ссылка в описании. Да. Петя, как ты это ешь? Хоть это рыба, рыба. А, у меня мармеладки закончились. Ну, разбил прям вообще грушу, прям в Майнкрафте, это изи, блядь. Про тетю Зину сложили не одну былину, как она с локтя разрывает мину. Разлетаются в клочья дома и витрины, а на ней не пылинки. Вот такая картина, тетя Зина проживает в зоне карантина. Она топит камин кусками пианино, попивая коктейль из брома и витамина. Представляет, как на танке отошла до Берлина. Тетя Зина держит в гараже бабуина, спит на старой кровати, где одни лишь пружины. Тетя Зина утюгом распрямляет морщины. Тетя Зина настоящий мужчина. Это она Грэнни убила и взяла у нее дубинку, такая, на, рукой, это моя дубина. Ну все, пацаны, вам. Тетя Зина не знает слова «нет». Тетя Зина сама себе авторитет. Тетя Зина пальцами гнет арматуру, тетю Зину уважает вся десантура. За плечами тети Зины ни одна война, она служила еще во времена царя. Тетю Зину в санчасти ломали иголки, тетя Зина зубами ловила дробь из двустволки. Тетя Зина в желудке переварила нож, тетя Зина храпит, по стенкам дрожь. Боевая машина, проще говоря, на посту тетя Зина. И спокойно страна. Ходит по магазинам, тетя Зина, тетя Зина, тетя
Ну-ка. Ну-ка. Тетя Зина не ходит по магазинам. Тетя Зина не тянет резину. Тетю Зину нашли в корзине. Тетя Зина сделана из резины. Вот если она сделана из резины, почему она в огне, если резина горит в огне? Ё-моё, вообще, блин. Я не пойму, что за фигня вообще не понял. Ну как летит так с огнём? Ребят, я вот хоть и болею, но пытаюсь для вас видос снимать. Хоть меня никто не смотрит, хоть там 2-3 человека примерно меня смотрит. Ну неужели я не знаю, что у меня только 2-3 человека смотрит? Ну вот, заходим на мой канал, смотрим на какое-нибудь видео. Например, вот это, неделю назад 8 просмотров. Это сколько? 11 просмотров. Сколько лайков? Сейчас посмотрим. Лайков у нас 3 лайка, 1 дизлайк, комментариев. Ладно, это мы там с этим. Вот это, ну это вообще фигня. Вот, что, 6 просмотров. 2 лайка, 1 дизлайк, комментарий, наверное, того же нет. Так, что здесь у нас? Выживание на скайблоке, 9 просмотров. 2 лайка, комментариев, 0. Что у нас еще тут есть? Деревня номер 5 нашел. Что у нас тут? 1 лайк, это мой лайк, офигеть. Не знаю, ну вообще никто не смотрит, но как бы мне, не знаю, зачем снимаю, паркурю. Ну, вообще 2 дизлайка, наверное, тут кое-кто что-нибудь написал. Уебан, привет, и шкил. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что такое шкила. Ладно, все, пофиг. Короче, ребят, все. Пока, ребята. С вами был Миша Хакер, всем удачи и пока.